Всем бобра, с вами капитан Немов. Сегодня хочу поделиться с вами своей технологией изготовления жидкой окантовки. То есть, чтобы сделать жидкую окантовку, берете лак для ногтей, виниловый лак, который засыхает без ультрафиолетовой лампы. Ну, приходите в любой магазин. Я вот хожу, например, в магазин «Подружка». Рядом с домом там продается всякая парфюмерия, косметика и так далее. Вот там покупаю лак такой вот, либо какой-нибудь другой. Вот в последний раз ходил, там того не было, который последний раз покупал. Вот. И берете вот этот вот лак и вот так вот наносите толстым таким вот слоем. Наносите его. Вот. Главное, чтобы он был такой, не знаю, видно или нет, чтобы он как капелька такой застывал. Вот. Естественно, дерево впитывает в себя, и надо нанести несколько слоев, штук 5, наверное, может быть, чтобы был толстый, такая окантовка получится. Вот. Но если дерево предварительно вот эти поверхности боковые загрунтовать чем-нибудь, там лаком или еще чем-то еще, вот тогда он впитываться не будет и будет оставаться такой ровненькой, толстенькой такой вот колбаской. Вот такой вот лайфхак. Также я делаю это, использую этот прием для обработки вот эфов, вырезов всяческих разных. Вот рамочки для звукоснимателей таким образом обрабатываю. Получается довольно-таки интересно, красиво и культурно. Так что пользуйтесь, пока я жив. Может быть, поделюсь еще. У меня есть в запасе некоторые секреты. Да, но единственное, что вот этот вот способ, который я вам сейчас показал, требует определенного навыка. То есть требует большой практики. Вы изведете не один такой флакончик, прежде чем у вас будет получаться что-то приличные. Вот. Так что всем бобра, всем добра. С вами был капитан Немов. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока.